Технострой Олимп. Скидка 5% покупателям с ипотекой. Каким быть памятнику к 700-летию города? В соцсетях запустили народное голосование за лучший проект памятного знака к юбилею клина. Напомним, на протяжении нескольких месяцев все желающие могли предложить свой эскиз. К нам поступило на данный момент 6 эскизов. Среди них есть очень заслуженные скульпторы, которые подали заявки на эскиз. Безусловно, работы все очень интересные. Голосование проходит в социальной сети ВКонтакте в группе «Мой клин.ру». О каждой работе рассказывается, что хотел передать автор. Среди работ очень интересная работа – это щит, на который относятся персоны, имеющие отношение к истории города Клина. Это пергаментный лист, это скульптура девочки, стилизация клинской Аленушки. Ну и, собственно говоря, остальные вы тоже можете посмотреть на сайте. Безусловно, голосование будет не только народное, но и профессионального жюри. Но, конечно же, очень важно мнение именно жителей Клина, какую фигуру, какую скульптуру выберут именно они.